От жителя нашего оккупированного государства, орфография и пунктуация автора сохранены. Ассаламу алайкум. Пока кадыровские шестерки едут и погибают на Украине, а их родственники оплакивают их, тем временем Кадыров посещает свадьбы и веселится там. Только что перекрыли дорогу и многие переулки, оцепили все, рядом с дворцом торжеств Сафия, где проходит свадьба очередного кадыровского лизоблюда вот так вот ценит кадыров жизни своих бойцов и уважает их честь пока они подыхают он веселится и танцует иштакхимах бол хумж яцак шу угар халха шу шу хумш